Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анатольевич. Сегодня мы с вами поговорим о том, как записать видео с экрана монитора, причем не используя специальных программ. Для этого есть специальный сервис, называется он Screencast-O-Matic, и по адресу находится тоже screencast-o-matic.com. Я думаю, легко вы ее сможете найти. Давайте сразу приступим. Открыли мы этот сайт. Нажимаем на вот такую большую кнопочку. Нас спрашивают разрешение. И для установки плагина Java запустим один раз. В дальнейшем можно установить приложение, прямо скачать и установить себе на компьютер, и будет у вас кнопочка отдельная, специально для запуска. Вот у нас открылся экран, звук у нас, как видите, идет. Экранчик мы можем перемещать, увеличивать, уменьшать. Давайте мы его запустим. Нажимаем вот на эту красную кнопочку. Все, процесс пошел. Пишем. Можем временно приостанавливать запись. Стрелочкой поводим, чтобы видно было. Закончили. Можем просмотреть. Мы здесь особенного ничего не делали, и потому вот у нас стрелочку, видать, задвигалась. После этого мы можем опубликовать прямо на YouTube, сохранить как видеофайл у себя на компьютере, либо сохранить на сервисе Screencast-O-Matic. Все. Вот так у нас как бы так быстро все закончилось, что я, честно говоря, даже опешил. Давайте попробуем сохранить этот формат. Save video. В формате MP4 мы сохраняем. Дадим название файлу. Сохраняем. Это у меня здесь Avast брыкается. Разрешить. Посмотрим, что у нас получилось. Это мы закроем. Открыть с помощью CMP-плеер. Все у нас показывает, стрелочка пошла. Закрываем, переходим на сайт. Да, единственное здесь ограничение, по-моему, до 15 минут. Да, вот, найдете страничку. То, что вот можно сделать бесплатно. Максимальное время 15 минут. Запись экрана, публикация на YouTube. Нам, в принципе, большего и не надо. Сохранить. Почему больше 15 минут нежелательно? Это мы обсудим в дальнейших видеоуроках. Вкратце скажу, что редко кто смотрит настолько длинные видеоролики, и если и смотрят, они потом уходят с вашего ролика. Так что советую делать вам коротенькие видеоролики. Все, я думаю, вам понравится этот
сервис. Пользуйтесь. Всего вам наилучшего. Пока.